Лежит. Мы видим выдержку в положении лежать. Собачки у нас пока все лежат. Вот у нас проходят фигуранты. Собачки, тем не менее, должны у нас лежать. Тема несколько напрягся. Боюсь, что Лена, он, конечно, не дождется. Вон бордерушки лежат совершенно спокойно. Осталось где-то, с моим подсчетом, 2 минуты. Все лежат. Котлеты самур у нас тут единственные. Остальные бордеры. Есть пинчер, шнауцер, ландбергер. Тут еще есть. Да, вот группа у нас попалась, одни бордерушки. Но Сема пока у нас, как ни странно, лежит. Лежать, мальчик, лежать. Бутылочкой. Лежать собаки. И собаки у нас лежат. Ну что-то у нас не проходит второй раз отвлекающий наш фактор. Девушка у нас вот, девушка пошла второй раз. Ну, собачка не должна реагировать. Ну, собачки, по-моему, кроме Фемы, тихо дремлет. Фема у нас ротвейлер. Очень нежный. Ему расставаться с Леной прям ночью острый. Ну что делает наш котлин, руки трясут, прям тут мой. Лежать, собаки, вы должны. Так, где же наша владельца? Вот девушка на Сему проходит. Моим подсчетом 4 минуты уже должны скоро истечь. Надо было мне повнимательнее смотреть за таймером. Владельцы. Ну, такой момент грех не заснять. Тема у нас пока лежит. Сейчас он увидит яркий Ленин костюм, наверное, все его лежание как рукой снимет. Так, владельцы останавливаются напротив собак. Выдержка последний раз, так руки не трясите. И аккуратно Лена к нему подходит и должна была встать сзади него. Главное, чтобы он сейчас этот член экипажа никуда не свалил. Так, ну хозяйка ему узнал. Лена, сделай строгое лицо. С ума сойти. Отлежали. Ай, браво, молодец! Мальчик, молодец! Отлично! Сейчас будет номер 40. 40. 10, 10, 10. Это бордер получает. Десять,
10-9. Отлично. Отлично, мальчик. Ай, умничка. 43. 10-10-10. Ай, браво, молодцы. 44. 10-10-9. Сорок четыре. 10-10-10. Все эти наши будут очень ровно. 46-9-8-9. Ай, браво, бутырышечка. Эх, ну все. Будем ждать.